Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Так, сейчас я звук включу. Мы продолжаем проходить Condemned 2. Мы все так же находимся в этом заброшенном наркопритоне. Это еще одна серия, которую я записываю сегодня. Как вы помните, если вы смотрели вчерашнюю серию, под конец начали долбить соседи, так вот они до сих пор долбят, несмотря на то, что время уже к третьему часу ночи. Ну, то есть они не долбят, они там, я не знаю, трубы ремонтируют, что ли, в это время. Ну, то есть каждый сходит с ума по-своему. Поэтому простите за небольшие посторонние шумы. Тут уж ничего я поделать не могу, к сожалению. Так, дружок. Да ты? Жбан разлетелся. Я там кого-то слышу за стеной. Так, у нас 10 патронов. Это на одного врага хватит, не хватит, я не знаю. Потому что я постоянно пускаю все патроны в молоко. Тихо. Ну вот, тащили, ой, тело тащили, не тащили, вернее, а вот этот полицейский, он полз, его где-то прострелили, грудь ему, как мы видели в предыдущей серии, экспертизу провели. Долго-долго он полз, бляха, да хватит там такие неприятные звуки издавать. Сюда нам не нужно. Ну ладно, проверить стоило. Так, ну давайте приближаться. Я не хотел к нему идти, но выбора у нас особого нет. Ладно. Он где-то там за дверью. Разрушенное, вообще разрушенное помещение. Капец какой-то просто происходит тут. Так, а тут ты полз, да? Да. Офигеть, сколько он прополз-то? Блин, меня раздражает хиканье на заднем плане. Антенны нет? Нет. Господи, это что? Это труп? Но это не Ван Хорн. Продолжаем двигаться. Не думаю, что метамфетамин с кем-то мог сделать. Да это не просто мет. А что же это такое? Да кого волнует? Продолжай, говорит, работать по миссии. Не отвлекайся. Где-то здесь один из этих звуковых девайсов. Но мне сначала нужно разобраться с этим вот хреном. Где ты? Блин, ну не сюда и нужно. Давайте сюда пойдем тогда. Так, все. Блин, кабанище какой, да? Ладно, запомним, тут у нас аптечки. Посторонние шумы. Вот здесь эмиттер. Бля. Ты пес. Че, патроны кончились? Да, блин, че я блок-то не нажимаю? Да, блок. Ох, что-то как-то коряво с ним дрался. Ну ладно. Будем надеяться, оно того стоило. Ой, как-то противно.
Ай, блин. Отлично. Давайте с туалетной сидушки походим. Она чистая, как мы видим. От нее пахнет, наверное, хорошо. Ой, блин, я не буду с этим ходить. Нет. Нет, ни за что. Так, ладно. Продолжаем двигаться по своему основному заданию. То есть вперед. Где-то тут у нас кровавые следы были. Сюда мы ходили чисто за... Спокойно. Так, здесь... Блядь! Да ты, маджит твою. Это самый опасный противник из местных. Ладно, хоть аптечки поблизости. Да, падай ты. Давай, дружок. Сейчас мы с тобой вот сюда. Ох. Ох. Так, ладно. Блин. Припечатал. Я не знаю, в этой игре и враги, и главный герой, они стоят друг друга. Одни сплошные моральные уроды. Блин, как он вылунился отсюда. Я вообще сюда мог не ходить. Как обычно, мое любопытство меня точно до гроба доведет. Ну, по крайней мере, посмотрим, давайте, что тут. Если новости опять, то это печально. Блин, опять новости. Ну ладно, что происходит в городе. Все так же, куча преступлений. Тони нам сейчас поведает об этом. No longer a city landmark, but a symbol of how dark the city has become. Drugs and violence can be found throughout the hotel. Ну, говорит о том, что можно легко найти все, что угодно в этом городе. Наркотики. Ой, да заткнись. Это неинтересно. Сюжет не раскрывает особо. Было бы это на русском, можно было бы почитать, а так... Так, ладно, короче говоря... В городе по-прежнему происходит какая-то чертовщина. Слушать ретроспективу о том, что в этом городе полно всяких психов и наркоманов. Я не думаю, что так уж интересно. Так, ну чё, где же ты? Ты меня заколебал уже, честно говоря. Ой, бля. Ой. Куда ёлок? Падай ты уже. Да офигеть. Капец. Вот урод же, да? На память. Блин, ну по крайней... Рацию нашли. Кто-то вызывает подкрепление недалеко отсюда. Хорошо, говорит. Подошлем. Так, вообще труп. Куда-то туда ведет этот кровавый след. Давайте осмотримся тут. Что у нас здесь еще может быть? Я так понимаю, что ничего особенного. Да, похоже на то. А здесь что? Здесь прачечная, похоже, была. Ладно, давайте к служебному лифту. Только обслуживающему персоналу. Отнюдь. Изучить. Так, ладно. Кровавые отпечатки. Это растеклось наружу, inward, ой, out, я, честно говоря, не знаю, то есть я не Декстер, поэтому я не особо разбираюсь в этих брызгах крови, но вот это вроде как
расходящиеся брызги. Жертва упала сверху. Факт. Я думаю, я первый как-то не особо хорошо отметил. А нет, перфект. Жертва сброшена. Я следую на второй этаж. Нашел что-то, возможно. Хорошо, присматриваю за собой. Так, а тут его пистолет. Ну что ж, это неплохо. Нам надо на этаж выше. Я надеюсь, в этот раз у нас с лифтом получше будет, чем в прошлый. Фу, вроде без приключений. Туда уже кто-то пришел. Ладно, аккуратно. Роза, мы слышим кучу выстрелов под нами. Что там происходит? Спутник показывает, что они вошли в здание. Они вошли в здание, первый этаж. Черт, Роза, нам нужна воздушная эвакуация, когда мы найдем жертву. Хорошо, транспорт будет наготове. Опять крысы. Так, следы ведут туда. Давайте сюда посмотрим. Блин, я заметил, я в эту игру играю, я дыхание задерживаю. Последний раз такое было в Cryo-Fear. Но эта игра не такая страшная, как Cryo-Fear. Она больше мистический такой триллер. Только временами подпрыгиваешь, но... Я могу сказать, что в каждой серии хоть раз я, но матерился. Это признак хорошего хоррора. Потому что я уже человек закаленный, если меня что-то пугает, значит... Хотя ладно, не буду говорить глупости больше. Каждый пугается по-своему. Кто-то вообще не воспринимает ху... Ёлы-палы. Мне хана. Сейчас у тебя патроны кончатся. Патроны кончатся? ФБР, бросай оружие! Мне хана. Да, с одного выстрела. У меня один кубик, правда, был. Блин, что ж я стрелок-то такой ворошиловский? Мог бы и попасть по нему уже успеть. Ну ладно, сейчас я уже знаю, что это произойдет, поэтому сразу в него влуплюсь обойму. Давай, дружок. Мне вообще нужно сюда, нет? Будет печально, если окажется, что... Это все просто... О! Блин, хороший был пистолет. Выручил меня. Зачем я вообще сюда пришел? Мне нужно в ту сторону. Блин, с тобой сколько бы сейчас было мучений. Я просто так сюда ходил, да? Подожди. Нет, не просто так. По рации передают, что поисковая команда в этом отеле. Ну, то есть про нас говорят. Так, ты патроны будешь брать, нет? Не хочешь? У нас 5 патронов. Больше, похоже, в этот дробовик не лезет. Ну а что, неплохой дробовик, только в упор практически убивает.
Твою дивизию, я просто так сюда ходил. Мне мой пистолет гораздо больше нравился, чем этот дробовик. Я его потратил, наверное, на этих врагов. Ну ладно, по крайней мере, узнал, что там находится. Двести первая. Хуй, бля. Выходи с поднятыми руками. Блин, куда я вообще иду? Мне вообще в другую сторону нужно было. Эти наркоманы. Ох уж эти наркоманы. Блин, я уже знаю эти приколы, поэтому постоянно оборачиваюсь. Вот постоянно, как берешь аптечку в одну из этих штук, сзади кто-то подходит и бьет тебя в темечко. Ни хрена. Блин, я, честно говоря, запутался, куда я иду. Мне, похоже, сюда нужно? Или как? Куда он ушел вообще? Так, подожди. Сейф. Я пришел куда нужно. Давайте-ка мы пойдем по-нормальному. То есть, как изначально нам предлагают, по кровавому следу. Потому что что-то, блин, я как-то иду все время. Сначала исследую те места, куда не нужно. Вот тут вот мы поднимаемся, выходим в эту сторону. И тут у нас дверь. А, она, наверное, закрытая, поэтому мы обходили все. Ну? Нет, смотри. Ой, ой, тихо, тихо. А, это один из этих? Ты с... живой еще, что ли? Так, мы тут не одни. Выходи. Выходи. Ну, давай, ну. Уж бан тебе. Капец. Чернушная игра, чернушная. Блин, я опять запутался. Так, вот кровавый след. Он ведет. Он ведет сюда. Нет? Куда он ведет? А, вот. Вот сюда он ведет. Тихо. Блин, опять вы? Да вашу мать! Ой, урод. Все, мне хана, да. Ну, что я тут мог сделать? Это было уже просто абсолютно. Никакой возможности спастись. Я надеюсь, я не особо далеко окажусь. Хотя нет, у меня только что было автосохранение. Ну, офигеть. Я думал, я с наркоманом буду драться, а там еще один вылез с автоматом. Так, а что здесь тогда? Сюда не могу быть. Ну ладно, пойдем. Я, честно говоря, путаться начинаю. Так, ну вот сюда.
Ну, как обычно. Блин, я думал, его можно будет добить без использования огнестрела. Вы не думайте, что я садист такой ждал, пока он станет, чтобы садануть. Нет, я просто хотел патроны сэкономить. Куда я вообще пришел? Что-то, блин, какой-то большой этаж. Куда не пойдешь, везде не были. Давайте просто двигаться, куда нам нужно. Здесь какая-то чертовщина с освещением. А тут меня в прошлый раз убили. Понятно. Сколько патронов? 2 патрона. Явно не хватит на того паренька и на этого сразу. Это печально. Тут что, со спины сейчас может прибежать? Со всех сторон, бляха. Бля, я не хочу умирать. Так, подожди, где выпивка? Почему ты не хочешь ее брать? А, не понимаю, ты где? Только что же тут светилось. Вам не суть важно. А, вот. Ну все, пьяному морю по колено. Да, когда он подвыпивший, он, конечно, шарашит получше. У него какой-то либо разброс прекращается, и вообще ощущение, что небольшое автонаведение появляется. Ладно. Так. Очередную говноварку надо уничтожить. Шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Нехило так шарахнуло. Фу. Блин, где уже? Я вообще офигею, сколько его тащили-то? Так, ты там? Ты сиди там, пожалуйста. Не выходи. Бляха, да мы наоборот назад пришли. Тогда мы идем вот так. Так я, получается, вообще сюда мог не ходить. Блин, да, такой запутанный дизайн уровень, что я вообще не знаю просто. Так, куда она ведет? Я вот тут вышел и мог сразу пойти в ту сторону. Печально. Печально. Ну да ладно. Срамная дыра, но там какой-то шкаф оружейный, похоже. Там кто-то был, по-моему. Так, потихоньку. Птичка. Мне не нужно. Да, мы сюда, похоже, чисто из-за телевизора пошли. Опять новости, небось. Я шел, где они шли. Я взял на бум-тур. И многое из того, что я видел, не может быть полностью объяснено. Ой, это неинтересно. Он говорит о том, что... Люди сходят с ума. Казалось бы, говорит, я тут ходил, где они ходят. Живу там же, где они живут. Я не понимаю, что с ним происходит.
Так, возможно, мы куда-то приближаемся. 209. Нет. Семнадцать патронов. В принципе, неплохо. Ненавижу этих тварей. Ох, хорошо. Так, дорога нас правильно привела, хоть нет? А, нам туда нужно пройти. Куча раций разбросана. По-моему, я слышал, что здесь один полицейский пропал, только погиб. Откуда же тут столько раций? Или с нами опять кто-нибудь играет, как в первой части, специально расставляет. Так, тихо. Что-то мне не нравится этот проем. Ты чувствуешь страх оказаться в одиночестве? Ой, блядь! Ух, так, ладно. Там спереди здоровяк. Аккуратно. Ой, блин, я вздрогнул. Че ж вы орете это так в наушниках же, это ненормально. Help me. Что-то моя стрельба меня сегодня радует. В каком номере жил Ван Хорн? Явно не в этом. Нифига не видать. Изучить. Роза, I've got more evidence here. У меня больше здесь улик. Это связано с жертвой, которую ты нашел раньше? Сейчас узнаем. Так, ну во-первых, шляпа полицейская. Во-вторых, что еще может нам сказать? Что-нибудь. Кровоподтеки. Выходное. Выходные брызги. Ну, то есть он стоял спиной, похоже. К двери. И из него вот это все брызнуло. Или подожди, а может его сквозь дверь прострелили? А как-то кровь брызнула так. Нет, это выходное. По-моему, так. Точно. Отличная работа. Если убийца убил свою первую жертву, секундами позже стрельнул Ван Хорна. Тело Ван Хорна должно быть рядом. Возможно, в соседней комнате. Ван Хорн. Где же ты, мать твою, за ногу? Сохранение. Хорошо. Господи. Твою мать. Блин, допрыгай ты теперь. Роза, я нашел Ван Хорна. Отлично. Мистер Томас, где вы находитесь? Япона мать. А, так, ладно. А, нужно выяснить номер квартиры и доложиться.
Где мне это можно тут увидеть? На телефоне, возможно. Комната номер 9. 119, что ли? Отлично, мы не трогаем ничего, пока мы не придем. Пошли мне фотографию тела. Блин, да что с ним творили? Вы посмотрите, у него весь грудак раздраконили. Чтобы взять цифровое фото, встань в правильную позицию, возьми камеру, наведи ее, чтобы был фокус. Это я еще с первой части помню. Так, пойдет, нет? Отличная работа. Теперь лицо его сфотографируй. Капец. Капец. Вторая фотография. Хорошая работа. Теперь грудь его сфоткай. Все, посылаю к тебе. Приняла. Осторожен, Толан. Я слышу, там настоящее безумие. Приготовь лабораторию. Никто не работает с телом, пока оно не будет извлечено. Все понятно? Хорошо. С нашей проблемой разберусь лично. Дорланд, конец связи. А это что такое было? Ладно, получаю сообщение. Какой кошмар. Полностью вскрыли. Подожди минуту. Это невозможно. Итан? Итан, прием. Да уж. Так, какой-то апгрейд, тут что-то еще как подкрывается, что ли. У нас серебряный уровень, ну ладно, неплохо. Я же все-таки Black Silver. Черт побери, где наш транспорт? Я на пути, 2 минуты. На английском говорит. Сюда быстрее, говорит, или нам жопа. Понял. Пацаны, помогите, они прям за мной. Твою мать, ты чё меня убить хотел, что ли? Они меня бросили. Фак. Твою мать. Твою дивизию. Да, хороший начало уровня. Эти сволочи, я говорил, что я к ним начал привязываться. Теперь я не чувствую к ним добрых чувств. Они меня бросили умирать здесь. Хотя, конечно, его давно уже все списали со счетов, потому что он спившийся, опустившийся человек. Но в данном случае он начал что-то делать правильно. И в результате, вот, как вы видите, такой вот эпик фейл. Ну что, на этом, я думаю, прекратим эту серию. Сейчас прогрузится, поставим на паузу. Да подведем итоги. Что я могу сказать? Эта серия была, блин, ну, прикольной такой. Под конец вообще капец какой-то пошел. Вы же видели, да? Блин, это что-то какая-то, я не знаю, жесть. Натурально, вторая часть — это одна сплошная жесть. Несколько раз было страшно. Я один раз вскрикнул, по-моему, даже. Страшная игра. Я очень рад, что я маленько отдохнул от хорроров и теперь со свежими силами в них играю. Потому что получается пугаться. Мне это нравится. Надеюсь, вам также. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.